Я растерян, Карл. Я просто хотел для всех мирной жизни. Но все вокруг меня рассыпается в прах. Я ищу верный путь. Но не нахожу ответов. Я не хочу проливать ничью кровь. Но они же нас убивают. Я должен принять решение, которое повлияет на жизнь миллионов. Я не знаю, что делать. Помогите мне. Помогите. Мы все надеемся на тебя. Только ты можешь повести нас. Куда бы ты ни пошел, мы последуем. Я думал, здесь вам будет безопасней. Я ошибся. Вам надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывести отсюда Алису. Успеть на последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. Маркус. Спаси наш народ. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Говорят, люди решили не искать девиантов, а просто сгоняют всех андроидов в лагеря для уничтожения. Через несколько часов останемся только мы. Какой статус системы? Норма. Пуля не задела биокомпоненты. Ты мог погибнуть, спасая меня, Маркус.
Ты всегда должен думать о народе. Остальное не важно. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я люблю тебя, Маркус. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Это моя вина, что люди смогли найти Иерихон. Я был глуп. Не понял, что меня используют. Прости, Маркус. Наверное, ты решишь больше не доверять мне. Теперь ты один из нас. И твое место со своим народом. На заводе Киберлайф находятся тысячи андроидов. Если мы пробудим их, они примкнут к нам, и мы станем сильнее. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Коннор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят. Только у меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения маловероятных событий. Будь осторожен. Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Я знаю. Знаю, вы все в ярости. И вы хотите дать отпор. Но насилие не приведет ни к чему хорошему. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? В 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Б.
были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Прошу вас! Прошу вас, еще вопрос! Прошу вас! А что теперь будет с Киберлайф? Запретят ли андроидов навсегда? Мы тесно сотрудничаем с Киберлайф в деле нейтрализации девиантов. Пока этот вопрос полностью не решен, я не буду больше давать никаких комментариев. Мадам президент! А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен. Но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Мадам президент! Еще вопрос! Это правда, что в нашей армии 60% андроидов? Сможет ли она обеспечить безопасность нашей страны? Военные андроиды были нейтрализованы, как только возникли сомнения в их надежности. Их место заняли бойцы Национальной гвардии. Армия, как и прежде, полностью боеспособна и готова противостоять любым угрозам. Прошу вас, еще вопрос. Прошу вас! Многие считают андроидов новой формой разумной жизни. А вы как думаете? Это просто смешно. Следующий вопрос. Прошу вас, еще вопрос. Это правда, что большое число девиантов еще на свободе? Пока я не располагаю полной информацией. Но даже если так, в ближайшее время они все будут пойманы и уничтожены. Спасибо. На этом все.